Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня я вам покажу самые крутые и самые дорогие аккаунты разработчиков. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк прямо в эту секунду и подпишитесь на мой канал за такой уникальный и крутой контент. Поэтому, пацаны, лайк и подписка равно большая вкусная сосиска. Ну что же, а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Только сразу мы с вами договариваемся, что вы не пишете разработчикам, потому что мне потом будет втык, потому что я спалил ID, и я такой плохой человек. Поэтому, пацаны, разработчикам в личку не писать. Надеюсь, вы поняли. Вы готовы, дети? Я не слышу, вы готовы? А ну напишите в комментариях. Да, вы готовы, готовы, готовы. Ну что же, пишу мега секретное ID разработчиков. 5, 6, 7 нулей должно быть. И вот он, долгожданный аккаунт разработчиков. Я на всякий случай кинул заявочку в друзья. Мало ли меня добавят, я был бы очень-очень признателен. Но это вряд ли. Но мало ли добавят, то я буду только за. Погнали смотреть профиль. И вы посмотрите, медаль ветерана. Имя. Что означает разработчик. Ну, посмотрите в переводе с английского. КД 0-0. Ага, как я понял, разработчик в соревновательный режим вообще не играет. Но смотрите, общее время в игре 66 часов. Это не так-то и много. Чтобы вы понимали, у меня там в районе 1000 часов. КД 1.14. Блин, даже у разработчика КД выше, чем у меня. Ну, блин, это неприятно как минимум. Ох ты, блин. Любимое оружие АКР, на втором месте П-90 и на третьем АКР-12. Ага. По всей видимости, разработчик нубик, потому что АКР-12 это оружие для нубов. Но на этом у нас все не заканчивается, мы идем смотреть дальше. Теперь ставим единичку. По всей видимости, это тоже должны быть разработчики, потому что такие ID блатные обычный игрок получить не может. Смотрим. Хурма QQQ. Кто это такой? Я вообще не знаю, но на всякий случай перестрахуюсь, кину заявочку, друзья. Смотрим профиль. О, а тут уже поинтереснее. КД 0.57. КД даже ниже, чем у меня. А ну-ка, КД в общей статистике 0.93. Ну такое. Любимое оружие М16. На втором месте М-ка и на третьем АВМ. Ну нифига себе, точность 34%. Вот это разработчик жесткий. Ранг бронза 1. Ну вот что-то такое себе, не очень серьезно. Смотрите! Я в шоке, смотрите! Клан Хурма! И тут вот эти треугольнички, которые были у разработчиков на фотке. Смотрите, это пасхалка, помните? На карте Арена были такие же самые пирожочки. Я не знаю, как они называются. Посмотрите. Сюда. И заглянем, то тут у нас будут эчпачмаки. Обалдеть! Значит, это 100% разработчики. Я смотрю, в клане состоит еще какой-то парень, и он глава клана. Давайте посмотрим, кто это такой. Не понял. А что это? Нифига себе! Подождите! Я нажал профиль, и у меня все зависло. И вот это глава клана. Хурма Пам. Нажимаю профиль. Посмотрите, а как? Что? Вот это да! А вдруг разработчик специально закрыл свой профиль? Я в шоке! Так, а теперь давайте попробуем ввести тот же самый ID, только в конце двойку. Кто же это такой? STR8 iRoom. Давайте посмотрим, кто это такой. Слушайте, а вот это, по всей видимости, вообще не разработчик, а обычный игрок. Просто ему очень-очень сильно повезло с ID. Возможно, я ошибаюсь, если кто знает, поправьте меня в комментариях. Теперь давайте циферку 3 пишем. Кого мы найдем? Люсик, да ну, ха-ха! Офигеть, не встать, ну 4. Ух ты, а кто это такой? Так, у парня медаль ветерана. Клан Трейдс. КД 1.7, а тут КД 5.9! Вот это да, вот это КД! И общее время в игре 900 часов. Я не знаю, или это какой-то нереальный игрок, или это, ребята, читер. У меня других вариантов нету. Ну, посмотрите, какой высокий КД. Я просто в шоке. А звание Gold 2. Ну, сейчас звание так себе, маленькое. А вот это вообще прикол. Посмотрите, у парня ID 1.0 и 5 в конце. И у него время в игре полчаса. Отдайте мне этот аккаунт. Я вас умоляю, я хочу играть, я хочу. Короче, пацаны, давайте так. Если вы наберете много лайков и напишите хэштег в комментариях
ID кенту, то я попрошу разработчиков, чтобы мне выдали красивые ID. Я попытаюсь. Я не гарантирую, что мне выдадут, но я, по крайней мере, попытаюсь. Так, а что будет, если идем шестерку? О, ведро котят! Это ютубер, я его знаю, хороший парень. Нифига себе, у него легенда! У-ху-ху-ху! Вот это да. Не, я, конечно, извиняюсь, но, пацаны, я тоже хочу. Так, у парня ID 7, аватарка не впечатляет. Смотрим профиль. КД 1.5. И опять общее время в игре 8 часов. Пожалуйста, умоляю, удалите его аккаунт и дайте мне это ID. Ну, у чувака общее время в игре 8 часов. Он даже не играет в стендов. А ну-ка, 8. Так, а это кто такой? 10 часов. Опять чувак не играет в стендов. Общий онлайн 10 часов. И у него такой классный ID. Он бы мог его продать, не знаю, но тысяч, наверное, за 10 рублей. Я тоже хочу такой ID. Капец, как сильно хочу. Смотрите, когда я пишу цифру 10, то выдает ID броненосца. Это ютубер такой, я думаю, вы его знаете. Блин, посмотрите, звание рейнджер. КД 1.5, тут 2.3. Блин, даже у него есть красивый ID. Не, ребятки, по-любому пишу. Не, я, конечно, извиняюсь, но я тоже хочу красивый, четкий ID. Чувак вообще играл 0.4 часа. Это 20 минут или 15 минут играл стендов. Занял такое красивое ID и теперь вообще не играет в стендов. Это нормально, по-вашему? Это нормально? Дайте кентухе хоть какое-то красивое ID. Все починены. Давайте так. Вы ставите много-много лайков, и я пишу разработчикам, и, возможно, мне выдадут какое-то красивое ID. Я очень на это надеюсь. Ну что же, с вами был ваш Кент АПК. Большое спасибо за просмотр данного ролика. Обязательно поставьте лайк, если нравится подобный формат, и подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.